Добрый день, уважаемые бендерчане и гости нашего города! Мы рады приветствовать вас на открытии второй выставки-ярмарки проекта «Покупай Приднестровское». Указом президента Приднестровской Молдавской Республики 2017 год объявлен годом предпринимателя. Предприниматели – это инициативные, энергичные люди, которые смогли организовать и вести свой бизнес. Воплощая в жизнь новые проекты и идеи, предприниматели прочно заняли свою позицию в экономике нашей республики. Это талант и в то же время колоссальный труд, достойный поддержки и уважения. На сцену для приветствия приглашается заместитель председателя правительства Приднестровской Молдавской Республики Алексей Алексеевич Цуркан. Добрый день, дорогие бендерчане и гости города. Позвольте от имени правительства поприветствовать вас на общереспубликанской акции «Покупай Приднестровское». Вчера в ходе подведения итогов Приднестровского международного экономического форума 2017 в очередной раз подтвердили необходимость развития импортозамещения в условиях, когда внутренний рынок предоставляет и сырье, и ресурсы, и обеспечивает сбыт произведенной продукции. Это одна из самых надежнейших опор для развития экономики. Желаю всем бендерчанам и гостям города здоровья, мира и благополучия. Благодарю за внимание. Сегодня важнейшими задачами предпринимателей являются усиление работы по поиску новых рынков сбыта, увеличению объемов производства, расширению ассортимента продукции в соответствии с потребностями покупателей, внедрению новых технологий и современного оборудования. Слово предоставляется главе Государственной администрации города Бендеры Роману Дмитриевичу Иванченко. Уважаемые гости и участники выставки-ярмарки «Покупай Приднестровское», дорогие бендерчане, в этот прекрасный день я рад вас приветствовать на этой самой масштабной торговой площадке, которая разворачивалась в Приднестровской Молдавской Республике. Отдельно хочу поприветствовать гостей и участников Международного экономического форума. Сегодня им предоставляется замечательная возможность убедиться в том, что качество приднестровской продукции отменное. Сегодня представлена продукция более 80 производителей. 30 из них представляют город Бендеры. Хочется, чтобы каждый приднестровец, каждый бендерчанин взял в хорошую привычку покупать приднестровские товары. Сегодня есть возможность убедиться в их отменном качестве и приучиться к хорошему. Хочу пожелать всем участникам развития их бизнеса освоить новые торговые производственные площадки, ну а бендерчанам получить удовольствие от покупок. С праздником вас! Слово предоставляется президенту Торгово-промышленной палаты Приднестровской Молдавской Республики Юрию Григорьевичу Ганину. Добрый день, уважаемые бендерчане, участники выставки. Надо сказать, что это уже не просто проект, это не просто выставка, это марафон, это процесс. Сегодня выставка вторая, впереди Днестровск, потом Слободзея, Григориополь, Каменка и так далее. 8 выставок. Сегодня в этом процессе участвуют уже более 100 предприятий, а в сегодняшней выставке около 80, и это на 20 предприятий больше, чем было в Тирасполе. В движении участвует уже более 100 торговых предприятий, и они охватывают всю республику, все районы, многие села даже. Наша задача не просто, чтобы предприятия показывали свою продукцию. Нам хотелось бы, чтобы это было нашей национальной идеей приднестровской, чтобы приднестровцы понимали, знали наших производителей и любили наши товары. Вот это, наверное, самая главная цель, которую мы ставим как организаторы в рамках этого проекта. Мне хочется пожелать успехов сегодняшней выставки. Напомню, что в Тирасполе было продано товаров приблизительно на 500 тысяч рублей. Но там было меньше предприятий.
Значит, средняя продажа составила около 10 тысяч рублей на одну торговую точку. Надеюсь, что в Бендерах будет больше, ведь Бендеры – известный торговый город. Успехов всем участникам выставки! Спасибо. В эти дни в Приднестровской Молдавской Республике проходит Приднестровский международный экономический форум. Слово предоставляется гостю форума Павлу Сигал, первому вице-президенту Общероссийской организации предпринимателей. Добрый день, уважаемые жители города Бендер. Добрый день, предприниматели. Добрый день, покупатели. От имени предпринимателей России я приветствую вас, благодарен за приглашение посетить вашу республику. Получилось так, что два дня мы напряженно работали в рамках Международного экономического форума, помогали правительству республики проводить анализ грядущих экономических реформ. Два дня были очень напряженными, и практически кочевали мы из одного заседания в другое, и только одно предприятие нам удалось посмотреть. И вот я очень благодарен, что сегодня мы улетаем, благодарен, что нас привезли в известный город Бендеры посмотреть уже живой бизнес. Я надеюсь, что предприниматели и города Бендер, и всего Приднестровья будут и дальше наращивать свое производство, а потребители продукции, покупатели будут покупать все Приднестровское, и вот этого взаимного движения республика будет процветать. Желаю всем успехов, здоровья, счастья. Спасибо. Спасибо нашим гостям за теплое напутствие, за торжественное открытие. Дорогие друзья, уважаемые гости нашего города, мы еще раз поздравляем всех вас с годом предпринимателя, с продолжением республиканского проекта «Покупай Приднестровское». Уважаемые гости, официальные лица, мы просим вас и приглашаем посетить ярмарку «Покупай Приднестровское». А для всех бендерчан начинается праздничный концерт и открывает программу «Юные артисты цирка Шаривари» культурно-досугового центра «Шелковик». Уважаемые бендерчане, подходите ближе к нашей сценической площадке. И прямо сейчас для всех вас мы начинаем праздничную программу, посвященную открытию республиканской выставки, а также Российскому дню семьи, любви и верности. Итак, на сцене «Юные артисты цирка Шаривари».